Привет, с вами Вексель Реал и игра PUBG Lite. Есть тут такой режим, матч 4 на 4, но он пока бета, ну не знаю, я вот что-то захотелось посмотреть. Понимаю, типа маленькая карта и 4 на 4, ну как обычно, в общем. Так что выбираем, ну и смотрим. Ой, тут только такого вот режима. А что тут можно выбрать? Патроны, оружие. Где тут что? Это что такое? Какие к нему патроны? 5,56. Понятно, подобрали. Это что? Увеличенное... А какой мне нужен? Боже! Где тут прицелы? Дайте что-нибудь. Так. Двухкратный. Все. Надо начинать воевать. О, боже! Все, я понял. Хотя как понял? Не понял, конечно, но... Где тут коллиматорный прицел? 5,56 патроны. Ну, в принципе, они есть. Да ё-моё! Что это такое? Боже. Нет, ближний бой, ближний бой. Все, меняем пушку на ближний бой. Где тут они? Вот вектор. Вектору нужны какие патроны? Не калибр. Не 9. А, вот, 9-миллиметровые. Желательно коллиматорный прицел, все-таки голографический. Да что вы будете делать, а? Что это такое? Надо приловчиться. Надо приловчиться. Нас... Да ж ты вообще оборзел. О боже. Что они вытворяют? Это что только что было? Что-то я не понял даже, как он меня убил. Не успел, ясно. Короче, сложно, нас зажали конкретно. Да что? Вы прикалываетесь или что? Что за бред вообще? Странно. Очень-очень странно.
Моя граната подорвала его потом. Ой, боже. Тут есть пулемет. Дайте мне пулемет. Нету тут пулемета. Господи, хоть одного. О, божечки, вот это да, last kill. Что-то мне не понравилось тут, если честно, вообще никак. 11 раз умер. Мега задрот. Все ясно. До жути жестокий какой-то этот матч. Ну ладно, еще разок хочу попробовать все-таки. Может, мне такие просто игроки попали, жуткие парни. Еще раз, все. Интересно, дробовик там есть. Так, оружие, 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 оружие. Ладно, пускай будет такое. Может быть, дробовик даже лучше. Ладно. Подзаряжаем. И дробовичок, пожалуй, тоже надо зарядить. Хочу попробовать кое-что. Какой-нибудь ближний все-таки бой. Денемся. Да ты прикалываешься. Что это было? Там разлет дроби слабоват, видимо, да? Так-то. Надо просто выбрать стратегию и тактику. Отлично. Ай! Не дали покемперить трохи. Ну ладно. Ну вот теперь чуть-чуть повеселее. Хотя, вот если честно, с мобильной версией какое-то управление немножко туговатое. Кто первый пробежит, тот получит пулю. Помог. Есть контакт. Хедшот.
Опачки. Гранатку вам туда. Ай! Не получилось. Ладно. 20-15, ну, в принципе, у нас есть все шансы выиграть, если будем аккуратно играть. Короче, я гранатой, видимо, кого-то зацепил, раз мне награда какая-то полетела, да? Ай-яй-яй-яй-яй, не успел. У дробовика есть один минус, пока он перезаряжается, да? Если с первого раза не убил, значит, возможно, второй раз выстрелить не дадут. Ого! Ложат там наших. Что это было? Используя вектор, да? Я не Виктор, я вектор. Отлично. Есть! Ой! Помогите, помогите, хулиганы зрения лишают. А-а-а, черт, не получилось. 6 убийств, 6 смертей. Пацаны, не сдаемся. Все отлично, мы выигрываем почти. Держимся вместе. Ух, там наших ложат. Надо поближе. Ай! Ай-яй-яй! Ай, ну как я мог промазать? Ай, с такой близи, боже! Ну, двоих. Давайте выиграем, выиграем хоть один бой мне выиграть. Я уже снимаю четвертый раз по БГ. Еще до сих пор ни разу не выиграл ни один бой. Спрятался, я его не заметил. С моего любимого оружия меня убили. С вектора. 36-38, неужели не сможем? 39, отлично. Last kill, все. Молодцы. 6-8. Ну, слабовато, конечно. Но простительно. Вот такой вот режим 4 на 4. Что сказать? Ну, если честно, Королевская битва мне больше нравится. Ну, или большая карта и много игроков в команде. Скажем, там 30 на 30, как Battlefield. Ну, здесь тоже ничего. Ставим лайки, подписываемся на канал. Ну и всем пока.